Более 300 человек за последние несколько дней прописались в муниципии Бельцы. Причем зачастую они локализованы на одной улице. Так, по информации нашей партии Рената Усатова, на улице Айвазовского появилось всего за сутки 120 новых жителей. Представители политформирования официально обратились в связи с этим в окружной избирательный совет, считая происходящее признаком готовящихся фальсификаций. Есть вероятность, говорят в политформировании, что исход выборов будет зависеть не от жителей Бельц, а от вот таких внезапно появившихся мертвых душ. Технология, которая повсеместно используется коррумпированными режимами. В этой ситуации все будет зависеть от явки настоящих бельчан на избирательные участки. Чем больше реальных людей придут на выборы, тем меньше шансов у фальсификаторов. На улице Айвазовского, где, согласно информации нашей партии, стремительно прописывается новое население, никакого наплыва людей в глаза не видели. Местные жители тоже считают, что массовая и скрытая прописка может быть связана с предстоящими местными выборами, на которых оппозицию представляет Николай Григоришин, а системный республиканский партии Александр Усатый. Что это может быть? Массовое нашествие? Массовый приезд родственников? Да нет, что? Не знаете, как у нас делается? Голоса нужны, вот и фальсифицирует. Вы считаете, это фальсификация? Конечно. У нас все так делается. На вашей улице прописано 120 человек. Может быть, не знаю. Вы знаете что-то об этом, не знаете? Нет. Что это может быть? 120 человек? Это за последние сутки. За последние сутки? Может, на выборы идут? Все эти люди идут на выборы, да? Да, то есть, наверное. Они прописались для того, чтобы прийти на выборы? Наверное. То есть очень хотят, но не прописаны? Не знаю. Я лично иду, как положено. Но вы ничего не слышали? Нет, не слышал. Просто вы знаете что-то о том, что у вас прописано на улице за последние сутки 120 человек? Не знаю. Да, о том, что у вас прибавление 120 человек за последние сутки прописано на этой улице? Не знала. Что это может быть, ваше предположение? Ну, наверное, много людей поселились. То есть это массовый приезд родственников? Да, наверное. А вы не знаете что-то по поводу того, что 120 человек за последние сутки здесь было прописано на этой улице? Не знаю ничего. Вообще, я живу ниже, вот аж за лесом, поэтому мне сложно. Какие ваши предположения? Не знаю, может быть, в связи с выборами что-то? То есть...